Ребята, всем привет, с вами Гамингал, это канал Гамингал Геймс. И сегодня в Тердаун я буду пытаться убить ксеноморфа. Это существо, которое сражалось с хищником. Кто знает этот фильм, там еще Арнольд Шварценеггер снимался. И, по-моему, Сильвестр Сталлоне, что-то такое там было. Вот, и сегодня я скачал мод на ксеноморфа. Я сегодня попробую его убить. Не знаю, получится у меня это или нет. Я посмотрю, какие виды оружия на него действуют и что вообще что нужно предпринять, чтобы избежать атаки от ксеноморфа. Так, давайте его сделаем на этой базе, потому что там убегать у меня наибольшее меньшее, да. Так, берем, спавним Алиен ксеноморф. Так. Раз, два, три. Все, спавним ксеноморфа. Он начинает резко, громко кричать. И он бежит на меня. Я не знаю, что мне делать. Так, он остановился. А вообще, со скольки ударов он меня убивает? Оу, все, я понял. Один удар. Это первый раз я запустил, чтобы вы понимали этот мод. Сейчас я попробую пистолет. У него течет кровь. Все, что ли? Ты сдался? Алло! Это же обычный пистолет. Так, я не понял. Давайте сделаем еще одного ксеноморфа. И уже попробуем дробовик. Ну то есть, почему дробовик тяжелее его убивает? Выстрел в себе сделал. Но сегодня мы над ним немножко тогда поиздеваемся. Смотрите, мы возьмем ксеноморфа. И сейчас мы его обольем термической жидкостью. Что такое термическая жидкость? Вот. Как называется этот мод? Термита. Канон. На него не действует. Чтобы вы понимали, термическая жидкость это вот. Все сразу начинает гореть. Все сразу начинает разъедаться. А ксеноморф вообще без разницы. Что ты за чудовище? Ладно, давайте попробуем лаву. Что? Лава на него не действует, смотри. Что это такое? Подожди. Лава разъедает все, что только возможно. Это нереально, подожди. Что это за существо такое? О, сейчас патроны, боекомплект сейчас взорвется. Так, я выключил. Блин, а что бы взять? Лазер! Не действует лазер, алё! Что? Что происходит? Подождите! Чтобы вы понимали, лазер это нифига не простая штучка. Лазер уничтожает просто все. Ну то есть, он разжижает все. Так. Лава. Так. Я сейчас затушу все огнетушителем. Вот так вот. Ксеноморфа тоже затушу огнетушителем. Ему вообще на все без разницы, кроме огнестрельного оружия. Так, давайте попробуем на него мины поставить. Я поставил на него взрывчатку. На тебе! Что? Что? Он горит, но он не... Он, по-моему, разозлился. Интересно, он умер? Он погиб? Алло, ты погиб? Да, он погиб. Так, давайте делаем еще раз ксеноморфа. И пробуем его убить уже из другого оружия. Я не знаю, правда, из какого. А ну, катана на тебя подействует? Она прошла на него насквозь. Чтобы вы понимали, эта катана разрезает все в игре Тердаун. Вообще все. Пулеметы. Подожди, огнестрельное оружие на него должно действовать. Один. Не работает. Мы сейчас сделаем совершенно читерское движение. Что это было? Где он? Прям в него попал метеорит. Что? Как ты живешь? Он даже на световой меч ему без разницы. Блин, он до меня дотронулся. Dual Laser Portal Gun Revenges. Это... Ага. Ага. Миниган. Это сильнее миниган. Этот миниган берет.
этот миниган берет ксеноморфа. То бишь, вот этот миниган вы должны будете скачивать, если вы хотите убивать вот таких вот тварей, как вот этот. Это ксеноморф лежит или что это? Что это такое? А, да, ксеноморф, нифига себе, я думал, какая-то часть от машины. Так, последний раз. Ну, наверное. Так, нажимаем ксеноморф. Цепляем на него роскиты. Роскиты! Цепляем роскиты, роскиты. Теперь нажимаем. Сейчас ему будет плоховато. Все, полетел, полетел, полетел. Нет. На него это не действует. А ну, РПГ на него действует? На! Один. На! На! Два! Три. Все? Капец, он живучий. Четыре. Чтобы вы понимали, робота уже бы я уничтожил. Здорового. Здорового робота я бы уже уничтожил. Пять. Когда ты сдохнешь? Шесть. Семь. Блин, а как его убить? Как его уничтожить? Умирай, Гараж. Хорош. Давай, ты не будешь тут мне... Ладно, тогда я сделаю читерский способ. Они прицепились? Подожди, на него они прицепились. Просто я не знаю, до ксеноморфа, по-моему, ничего нельзя цеплять. Бомбы прицепились! Ксеноморф, у тебя конец! Боже, все, мне осталось сделать выстрел с пистолета и ему кранты, 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 кранты. Сейчас делаем, берем ган. Во, вот это взрывчик. Все, ксеноморф лежит. А мне интересно, а что будет делать ксеноморф, если я буду стоять за стеной? Просто на момент. На моменте. Вот я стою за стеной, ксеноморф, я тут. Ну, что ты будешь делать? То есть, вы можете брать какое-то препятствие, а ксеноморф вас достать не может. Но вы его можете убить. Так легко. Аук! Самое сильное оружие у меня в игре. Чтобы вы понимали, насколько сильно бьет аук. Чтобы вы понимали, какие дырки остаются от одной пули. Одна пуля! А тут что-то треснуло? А, нет. Пол машины нету просто с двух пуль. Ну, пол кабины, ладно. Так, спан. Ксеноморф, последний раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь патронов, чтобы убить ксеноморфа Сауга. Так, ксеноморф. Так, и теперь оружие, 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 оружие. Что-то у меня тут было. Что это, ветродуйка? На него не работает ветродуйка, можете даже не пробовать. А я могу его покрасить? Желтый ксеноморф. Нет, это будет обоссанный ксеноморф. Он на меня нападает. Берите его отсюда. Так, палка. Ага, заблудился, заблудился. Так, что у меня есть? А давайте попробуем забежать в дом и спрятаться от ксеноморфа в доме. Он найдет выход? Что он там делает? Он нашел выход! Он нашел выход! Блядь! Быстро уходим! Уходим отсюда! Он все поджег! Как он будет слезать? Если я лестницу сломаю. Блин, интересно, очень интересно, как он будет слезать, если я сломаю лестницу. Что это? Он ломает двери. Он все ломает. Где он? Где ксеноморф? Охота на ксеноморфа, вот тердал. А ну, ну, ну. Ребят, у нас теперь... У нас теперь задача найти ксеноморфа. Тут везде пожар, я ничего не вижу.
Ксеноморф, ты где? Где желтый ксеноморф? Он вышел. Подожди, как он вышел. А, вот он пробил дырку в стене. Ни хрена ты умненький. Во-во, он разогнался, подожди. Он походу злой. Ладно, пора с тобой кончать. И мы это будем делать с помощью бананов. Нормально, люблю это. Люблю это. Тирадаун, пиратка, люблю. А теперь самое твое любимое, ксеноморф. Опа, по-моему, ему жопа. По-моему, ему жопа. Сейчас мы слетаем, посмотрим. Вот это ксеноморфика прилетело, конечно. Сейчас посмотрим, что с ним случилось. Не, все, ему кранты. Это 100%. Он выдержал на себе удары где-то 10 метеоритов. Ну, конечно, разукрасил я его красиво. Красиво разукрасил его. Но идешь ты на волю. А, то есть я сюда могу спрыгнуть? А, нет, я не могу. Ну ладно, ребят, с вами был Гамиган, это канал Гамиган Геймс. Подписывайтесь, тут будут много игр. Пока что Тирдаун, но в дальнейшем, не в дальнейшем, а я уже начинаю снимать другие игры. Уже будут выходить другие видосы. Так что, спасибо за просмотр, с вами был Гамиган. До скорых встреч, всем пока.